Стратком сообщил, что верхушка СДФ планирует совещание в поясе Койпера. Участники прибудут на 4 эсминцах, а затем перейдут на Икарий. Мы проникнем на борт и ликвидируем их. Пойдем вдвоем, только ты и я. Полная маскировка. Принято. За дело. Для вас полный набор снаряжения, капитан. По очевидным причинам я выдаю вам оружие с глушителем. Большая часть охранников в СДФ — роботы. Пригодятся средства взлома и шоковые гранаты. Удачной охоты вам обоим. Внимание, внимание! Всему персоналу собраться на перекличку. Инструктаж и осмотр. Как только высадимся, приедем шакалов и ждем СДФовцев в точке сбора. Я изучила планы Гаи. Отведу тебя к центру управления атмосферой. Ты вырубишь жизнеобеспечение и устранишь цели. Понял. Приступаем. Скар-1, вышка предупреждает, что заходить на цель нужно тихо и незаметно. Поняла. Понял. Скар, можете вылетать? Принято. Отправляйте. Взлет через 3, 2, 1. Кислород 36%. Они должны быть здесь. До связи с возмездием 30 минут. С жизнеобеспечением пока все нормально. Остаемся на месте. Принято. Ожидаем вражеского... Вот и она. Есть. Цель подтверждена. Впереди Икария СДФ. Зайдем через технический люк. Есть. Держись ближе к корпусу. Я поведу. Принято. Или прямо по курсу. Оттуда я смогу провести тебя до места встречи. Принято. Пусти газ в систему вентиляции, чтобы покончить с ними. Пока нас не засекли, не будем светиться. Мы на месте. Я подключусь к сети и узнаю о месте встречи, а ты пока достань униформу. Принято. Выйду на связь из жилого отсека. Внимание, рядом противник. Все данные на экране. Цель опознана. Солт, я у КП. Во время трансляции, да. Сильные разрушения. И следующие атаки будут развернуты силой Икари. Разве тебя не проинструктировали? Для проведения сегодняшней конференции. Когда они выберут цели, мы будем на боевых постах. Я всю жизнь готовился к этому моменту. Мучила совесть. Когда я сидел без дела, а наши парни умирали на чужой земле. В казармах чисто. На вражеских частотах тишина. Все молчат. Нас не обнаружили. Продолжаем в том же духе. Форму нашел. Ситуация. Три приоритетных цели ступили на борт Икарии. Встреча вот-вот начнется. Чтобы попасть на конференцию, тебе понадобится удостоверение. Я пометила цель, у которой его можно раздобыть. Принято. Высылай. Расстреляй.
форуме тебя никто не заметил. Я получил приказ подготовить артиллерию. И поучи его убежать. Тебя все еще не заметили. Предъявите документы. Я внутри. Вижу цель. Есть. Дождись, пока он останется один. Если откроешь огонь, я заглушу связь. Подробно рассказали об этом лишь. У Ареса была проблема. С вооружением после перестрелки не направляют. Цель ликвидирована. Есть документы. Замени данные на офицера второго класса Негретти. Атмосфера и гравитация готовы. Принято. Уходи оттуда. Я в порядке. Отрубай жизнеобеспечение. Не знаю! Откройте двери! Не могу, они запечатаны. Я сильный? У меня гости. Основная точка выхода уничтожена. Двигаюсь к запасной. Принято. Иду к запасной. Чума! Рейдер Чуме, как слышно? Приступаем! Иду к тебе, Солт, противник на хвосте. Солт, я позади них! Все чисто! Это я! Ненавижу эту форму. Я установил маячок для возмездия. Пойдем к аварийному шлюзу. Я за тобой. Прикрой! Вижу одного! Маячок тоже не отвечает. Добро!
Ваш сигнал. К вам выслан отряд СКАР-2. Как слышно? Принято! Крок, давай сюда наших птичек! Группа целей на подходе! Это весь сезон! Капитан, ваши шакалы на месте. Принято, вижу их. Нужно убрать этих шустряков от возмездия. Крок, начинай посадку. СКАР зачистит сектор. СКАР-2, вы слышали капитана? Можете открывать огонь. Конец связи. Вышка, это 1-1. Подходим. Идем на посадку, Рейс. Есть. Мы так